Заместитель губернатора на скамье свидетелей. Сегодня прошло очередное слушание дела Дениса Пашкова, экс-министра промышленности и энергетики. В числе свидетелей оказался и Андрей Гнездилов, заместитель губернатора и заместитель председателя правительства края. Тогда, пару лет назад, чиновник входил в инвестиционный совет, который утвердил за ОПО «Септешмаш» господдержку в размере почти 30 миллиардов рублей. Хотя нуждалось в деньгах другое юридическое лицо. Главный вопрос для всех свидетелей – как могли утвердить такую сумму для предприятия, которое, по сути, не занималось производством. В этом смысле разделение между этими предприятиями на заседании антикризисного центра не проводилось. То есть докладывалась ситуация на предприятии «Септешмаш». Следующее слушание назначено на 11 декабря, и не исключено, что на одном из заседаний, как свидетель, будет выступать и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Ведь он тогда занимал должность председателя правительства и был в курсе дел Краевого инвестиционного совета.